здесь будет 124 купе. Что-то в последнее время мне на него прет, поэтому мне чувствуется, что это будет он. Вот не знаю почему. Прямо вот сейчас, вот не спеша, я такой на расслабоне, на чили, чисто лежу, смотрю, сижу. И прямо сейчас он появляется. Такой красивый, сочный, вот прямо сейчас. Друзья, я, конечно, понимаю, что, наверное, удивляться графике на Радмире в 2021 году уже как бы, ну, немножечко, наверное, странно, хотя, когда только обновили графику еще, по-моему, это в 2019 году произошло, у меня реально было впечатление, блядь, что я играю в какую-то GTA 6, потому что, ну, реально смотрится очень круто. Но теперь, друзья, опять про 4К, Санёк, хочет сказать. Ну, блин, ну реально, ну, пацаны, я просто реально пытаюсь все свои эмоции выплеснуть, потому что, ну, реально, каждый играет, даже ебучий Сан Андреас с модами, условно говоря, смотрится, ну, просто по-другому, блядь, ну, просто совершенно по-другому. Вообще, я не знаю, ну просто это... В общем, друзья, здорово-здорово, как говорится. С вами Булкин, и играем мы на Радмирчике. Пятый сервер, криминалочка, все как обычно. 4К, 60... Ладно, все, шучу. Сейчас, я просто информирую. Я просто информирую о том, что теперь, если нажать в плеере на шестереночку, 4К как бы доступно, хотя, по сути, многим это вообще не нужно, но зато даже если смотреть 720 или 1080, все равно картинка лучше, потому что исходник-то в 4К. 4К исходник-то получается теперь, поэтому даже сжатый 4К выглядит лучше, чем сжатый 2К, как говорится. Все, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра, но все равно же красота, я не знаю, ну просто вот ебучий Сан Андреас, сука, игра 2005 года. Казалось бы, Санёк, ну не смешно ли тебе вот так вот, как бы, вот сейчас вот, что вообще происходит? Ну, блин, ну я не знаю. Еще и на таком экране, блин, 47 FPS. Нормально, кстати, нормально держусь. 47 FPS. Да, практически стабильный 60. В общем, друзья, сегодня, я скажу так, у меня еще в заначке имеется... Как бы, даже не то, что в заначке там кое-что имеется, но больше имеется еще тачек с тюнингом, которые, наверное, в случае чего будут, так скажем, дефорсированы. Ну, я буду снимать с них тюнинг, потому что бабки-то кончаются, вот. Но пока еще вроде от... Что? Что? Что, блядь? Я не знаю, насколько это сейчас на видосе смотрелось, показалось вам, что я вильнул или что произошло, но рассказываю, что было. Я еду по прямой, как будто я, блядь, на шипы наехал на какие-то, или как будто меня кто-то толкнул в бок, и машину сейчас повело вправо. Это... А, огромное спасибо, друзья, за просмотр. Сегодня я покатался в 4К. Вот, классно, супер, здорово. Подписывайтесь на канал, если тут впервые, шучу. Конечно, мы сейчас попробуем... кстати, контейнеры в 4К. Контейнеры в 4К! Такого это еще не было. Ну, я, прикиньте, реально повезет. Еще и без Макса, который в последнее время накликал мне тут, походу, неудачу. Хотя вот этот скин, походу, реально неудачный. Ладно, сейчас проверим. Вторая попытка. Тогда было с Максом, надо в одиночку. Или, подождите, стоп. Или с Максом я... Или я в одиночку проверял. Нет, с Максом вроде. Он мне подарил, мы проверили. Так это все из-за него, блядь. Сейчас этот скин за 60 лямов затащит. Ребят... Тут как бы это, я просто, ну, не часто подобные ситуации встречаю, в общем, тут я сейчас немножко испугался, приезжаю сюда, а тут этот админ на меня телепортируется и пишет, вот, исчез, смотри-ка, Никитка Морозов пишет, типа, это, приветик, можно там, типа, пишет, Сашка, там, серия, не серия, такой, еще нет пока что, так приехал, такой, ну ладно, там, приветик, я просто не знаю, что у меня так прям это, забавная ситуация, как говорится, ладно, в общем, у меня есть один момент, который еще меня волнует, это ебучий чат, который очень маленький, я, честно говоря, так, конспаун 7, о, работает. Так, 4К дубайский контейнер, друзья. Ой, сердце заболело. Смешно. Ой, сейчас что-то это кольнуло, прям кольнуло так нормально. Так вот это, что я хотел сказать-то? Как, я забыл просто, как регулировать чат? Просто он у меня реально маленький, просто типа, ну вот так вот, как бы здесь вот, ну-ка, подожди, как там? Уф, новые контейнеры. Никитка Морозов. Подожди, что? Братик, здорово. Приветик. Приветик, я просто даже не вижу, что там написано. Как? Я не представляю, как это выглядит на этом, на экране вообще, ну, типа, в записи. В общем, друзья, как там тайм... подожди, может, чат сайз? Чат сайз? Нет, подожди, блядь, а где это настраиваться? Я реально забыл, просто никогда такой проблемы не было. Итак, друзья, первый контейнер, без Макса Фреша, скин за 60 лямов, 4К открытие, и прямо сейчас...
Пахнет хуйней. Блять! Дурак, Саня, блядь, чё ты время тянул? Там два еще было. Ой, блядь. А прикиньте, в каком-то из них SLR McLaren или 300 SL. Чё не побежал, блядь? Я так увидел один такой, как будто он один, да, заспавнился. Почему я не предположил, что их может быть несколько? О, подожди, европейский, блядь, попробую сегодня. Сегодня в 4К можно все. Без Макса можно все вообще. Он не скажет там, открывай, не открывай вот эти его советы, ага. До добра, блядь, не довели пока что ни разу. Так, а чё там? А, что происходит? Я что-то пропустил? А, о, я уже знаю, надо просто кликать на угрик, на этот, на игрик, на Игоря, Игорёка, Игорька. Ну, тот самый, который, Игорёк-то мой, который вот шел, снимается со мной, игрик. Смешно, да? Типа Игорёк, Игрик, то есть хороший никнейм для Игоря. Если ты как бы Игорь, то почему бы не взять никнейм Игрик, и все будут знать, что ты Игорь. И при этом Y. Просто один Y. Ну, типа Y. Она называется, эта клавиша Y. А, вот он, 800... Я смотрю, админчик-то это, шутит, да? И улетел куда-то. Или куда он там, или он выходит, я не знаю, что происходит. Согласен, что такое, на самом деле, X-класс. Из европейского. Стабильно в минус. Ну, нет, друзья, честно, у меня сегодня хорошее настроение. Я нихуя не вижу, что я пишу, потому что это очень мелко. А, понял, блядь. Ну да. Правильно. Бля, похуй. Вообще похуй. Сегодня солянка ебаная. Сегодня солянка. Сегодня, блядь, не борщ, сегодня солянка реально. Ну-ка. Кстати, сколько она сейчас стоит, друзья? Сколько стоит импреза в RXSTI из китайского контейнера? Вот это эксклюзивное. Я просто помню вот это вот, блядь, что происходило. Помните, год назад же, да, это было? Или полгода назад? Ебануться, как время летит. Это же был такой эксклюзив просто. И потом уже их стало еще больше. Я не знаю, мне кажется, конечно, цена на них упала, но все равно шанс-то вытащить есть. Мне просто ничего не остается делать, чем, ну, как только ждать, пока либо кто-то откроет вот эти вот, чтобы заспаунить на месте, либо самому чистить место, так скажем, и... А-а-а! Так нормально! Нормально! Я сначала так посмотрел, а потом как понял, сначала не... О, подожди, там Дубаевский, подожди. Дубайский, ну-ка. Блять, недорогая одежда. А почему... А есть дорогая одежда, интересно, нет такого? Транспорт из... РФ. А похуй! Вообще, я сегодня многофункциональный пацанчик. Я успею открыть все. Вот при Максе такой хрени не сделаешь. Он скажет, ты чё, блядь, надо дубайский открывать, остальное все ерунда. Нет! Не-не-не-не-не, 305 тысяч ставлю, просто не шутя. И сейчас вытаскиваю тачку, которая стоит 7 миллионов. Такого не может быть, по-моему, да? Или Lexus все-таки есть? В РФ. Какая там тачка самая дорогая? Подожди, Lexus может упасть? Короче, каком-то Lexus же падает. Не, наверное, в РФ это жестко. Бля, прикиньте, реально, 305 тысяч стоит контейнер, 7 лямов получаешь этот Lexus. Это получается, это какая-то математика великая прям. Какая-то нереальная. О, чё? Здорово. Привет. Так. Ну чё? Ой, я что-то не то нажал. Так, ну давай. Не, что? Никитка Морозов-то, я смотрю, этот новый какой-то, становится каким-то новым мемом. Смотри, он реально, он прям на позитиве. Я говорю сразу такой, Сашка, что там записываешь, нет? Он теперь в каждом контейнере спаунится, смотрит, что там происходит. Так, подожди, каунт спаун. Вот это я удачно нажал команду, блядь. Вот это я удачно заспаунил силы мысли все это делать. 12.150. Чувствуете, да, какое у меня настроение отличное? Отличнейшее. Потому что я чувствую сегодня улов. Вот по-любому я не смогу уйти в минус. Не-не-не-не-не, все это бред. У меня прямо сейчас 49 лямов. Смотрите, прямо сейчас становится... Так. Широн. Да. Да, давненько. Давненько он мне не падал. Широн за 50 лямов. Вот смотрите, прямо сейчас. Вот смотрите, вот он. Скин, 4К, все сразу. Макса нет. Все отлично. Смотрите, вот прямо сейчас. Вот. Здрасте. Вот, прямо сейчас. Широн. 3, 2, 1. Широн, появись. Почему он каждый раз кричит «нет»? Типа, подожди, так он, там же тачка еще не успевает спауниться. А почему нет? Нормально, для меня это хорошо. Плюс 3 ляма на ровном месте. Почему бы, собственно говоря, и нет? Ну, типа, реально, тачка за 20 к. гос. Бля, что-то у меня, вот знаете, вот сегодня чешется у меня. Че чешется? Рука. А че? Комар укусил. И че? А зачем эта информация? Да не, я про другое. А про что? Так ты говори по существу, бля. Нахуй ты про комаров-то рассказываешь? Да согласен, тоже верно. 1 850 000. Чешется рука от ощущения, что сегодня... Должно. Вот не знаю, ну потому что давно не везло прям вот, ну реально конкретненько так, прям вот чтобы вот, ну прям по-хорошему. А во-вторых, я сегодня все чередую. Сегодня мне не зеленый, меня цвет не привлекает. Вообще похуй. Хоть желтый, хоть красный, хоть синий, хоть белый. Каждый открою и попытаюсь, главное не уйти в минус.
Опа, танцы нашли. А, я думал, это танцы. Может, это поможет, кстати. Может, это поможет. Ну-ка. Может быть, поможет. Импреза, приди. Давай, импреза, импреза, импрези по полной. Ёбаный сырок, блядь. Минус лям получается. Так, подожди, это не дубайский? Нет? Ну, в смысле, это дубайский? Ну, нет, это спецтовар. Так, ладно, придется спаунить. Опа. Бля, какая же магическая... Не, ладно, все, с китайским я думаю, что я закончу, потому что, наверное, это до добра особо не доведет. Так, а там тоже не транспорт, а недорогая одежда, спецтовар. Нет, это все не то. Это все не то. Сейчас вот этот исчезнет, я так понимаю. Опа. И я вот момент. Опа, нахуй. Цвет настроения белый. Но где же ты, зеленый мой контейнер? Бля, ну вот я реально, я чувствую, пацаны. Вот, ну, вот чуйка меня иногда, конечно, обманывает, но не знаю. Вот я прям не то, что до последнего, конечно, хочу сегодня все слить, но... Сейчас, он разогревается. Разогрев идет. Просто идет разогрев. Ну что, будет там, нет? Что там? Подожди, так там же открыли же вроде, да, вот этот? Вот сейчас я, получается, смогу сюда... Опа, здрасте. Опа. Опа, опа, опа. Опа, какие движения пошли. Опять китайский транспорт. Что ж такое? Ку, привет. Привет. Так, ну что делаем? Ждем, получается? Или как? А, там местечко сейчас освободится. Я не собираюсь, это Макса не остановить. Он там хуячит, хуячит только так. А сам он не хочет заспауниться? Потому что, как правило, когда я сам спауню, это хуево заканчивается. А вот когда спаунится сам контейнер самостоятельно, тогда да. Это что там? Антиквариат? Так, подожди, сейчас тот исчезнет. Опа, исчез. Я такой, опа, нахуй! Красненький, да? Бля, ну это не то. Ладно, придется, похоже, немножечко ждать, потому что ничего не... Бля, ладно, похуй, США! Кстати, кстати, это тот самый контейнер, который... А, так не пойдет, да, 500... 5600. Так, это тот самый контейнер, который... Ку, привет, привет. Тот самый контейнер, который Макс не открывает, потому что что он думает? Он думает, что если... SLR и 850 может где-то выпасть, то он может выпасть только из европейского, либо же из дубайского. Но откуда он взял эту информацию, он сам не знает. Поэтому, если судить этой логике, почему бы не может быть такое, что в США тоже есть эта восьмерка или SLR? Я просто не понимаю, цена у них одинаковая. Ну да. Ну, кстати, не, госстоимость-то неплохая относительно, но... Подожди, там... Подожди, что-то много зеленых-то много. Подожди, что там? Что там, что там, что там? А что? А, он уже все? Или что? Мебель? Подожди, а что с тем? А что с тем? А, он исчез уже. Так, подожди, тогда... Опа. Два европейских. Я должен это сделать. Макс вылавливал этот... Бля, быстрее, мне надо еще тот успеть, второй. Я хочу два европейских открыть. Макс успел вытащить восьмерку из подобного... 5650, раз, два, три. А, из как раз-таки европейского. А я не вытаскивал. Я не вытаскивал. Поэтому как бы моя очередь, мне кажется, пришла. Сейчас еще затем побежим. Успеем, я думаю. 21 секунда, а там... Бля, надо будет очень быстро сливать, что тут есть. Просто если я отсюда вытащу, по крайней мере, это будет мой первый раз. Реально мой первый раз. Я еще не вытаскивал и даже не представляю, каково это. Восьмерка точно падает. Это я знаю. А вот SLR, мне кажется, что не падает. Но если он упадет отсюда, я, конечно, буду просто, блядь, в шоке. Ну, мягко говоря. Одна. Поехали. Ну, давай. Давай, давай, давай. Блядь. Что за минуса пошли, я не понимаю. Ну, нормально же, Авентадор, блядь, упал. Я думал, все сразу будет хорошо. Ни хрена подобного. Так, там ничего не появилось? Ух, ни хрена, сколько места свободного. Так, а если я сейчас пока еще не открыл? Это опасно, если я сейчас заспавню? Или похуй? Похуй, да? Или... Бля, как я его открою? Бля, 58 секунд! А там 18... Бля, 40 секунд надо будет добежать еще! Тра-та-та-ку, Саня, привет! Привет, приветик, приветик. У меня сегодня просто настроение отпад. Я реально, реально вот ощущаю хороший запах аура. Прям она вот... Вот она идет, хоро... И сейчас СЛР. Да не падает отсюда СЛР. Ладно, хотя бы восьмерка. Давай, давай, быстрей. Главное потом успеть до этого. Что-то большое. А, ага, понял. А, о. Ха, плюс. 300 тысяч. Конечно, ни о чем, но... В моем случае мне все очень даже это самое. Но какой-то скин реально невезучий. Мне кажется, в скине... Я не знаю, это слышно или нет. Друзья, напишите в комментариях, как вы думаете, что это. Я просто даже не представляю, как это слышно сейчас на запись. Бля, это эпично довольно-таки. Так, и под эти звуки. Что-то маленькое. Блядь, ну уракан такое. Ну 14 гос, это, конечно, замечательно. Ну, блядь, это не то, что я хочу.
Ну реально не то, что я хочу. Так, конспаун. Бля, подожди, тот тоже, что ли, дубайский? Ну, в смысле, тот тоже транспортный? Нет. Так, ладно, я просто сразу посмотрел, бежать мне туда или нет. Так, ладно, тогда вот это получается. 12, 150, 1, 2, 3. Пока дубайский не ебанул. Но я знаю, что надо сделать. Вот Макс обычно говорит, отвернись, не смотри, блядь. Реакция, не реакция. Это, конечно, тоже здорово. Но иногда надо смотреть правде в глаза. Вот она, правда, она сейчас появится. И здесь будет 124-й купе. Что-то в последнее время мне на него прет, поэтому мне чувствуется, что это будет он. Вот не знаю почему. Прямо вот сейчас, вот не спеша, я такой на расслабоне, на чили чисто лежу, смотрю, сижу. И прямо сейчас он появляется. Такой красивый, сочный. Вот прямо сейчас. Чего, блядь? Это седан, да? Пиздец! Просто пиздец! Как? Как? Нет, не как я угадал, потому что я нихуя не угадал, это не купе. А как, блядь, это говно вообще выпало-то, блядь? Ну так-то нет, мне тоже напряг момент, когда я сказал, что это будет 124-й. Это реально 124-й, но не купешный, а этот, блядь, седан. Транспорт. Пацаны, давайте последний. Что-то меня это пугает, херня, реально. Какая-то хуйня происходит. Это все скин, наверное, я его, блядь, куда-нибудь, блядь, на вешалку повешу. Что-то какая-то вообще непонятная херня происходит. Все, что будет, то будет. А по итогу у меня что? 35. Ясно, блядь. Как обычно. Классика, классика. Минус 15, даже больше. Там 50 с копейками у меня было, когда я сюда пришел. В пизду. Последнее время, реально. Не, это скин. Потому что если бы я был сейчас в скине бомжа, мне могло не вести какое-то время, но уже пришла бы пора. А вот сейчас какая-то херня происходит, и мне почему-то не везет. И здесь тоже будет говно. Говнище просто. То, с чего, блядь, началось все, тем, блядь, и закончилось, судя по всему. В общем, друзья, я думаю, что вы со мной согласитесь. Я, конечно, понимаю, что эти скины, ну, по идее, ни на что не влияют. Ну, так вот, ну, мне кажется, ну, иначе это бред. Но... Так, это мебель, там не транспорт, случайно? Ага, понял. Но, блядь, с другой стороны, а как? Вот реально, с этим скином полнейшее говно происходит. Типа, вообще, вот, ничего нормального не падает. Поэтому, наверное, я все-таки, конечно, Максу спасибо за подарок, но на вешалочку я вот отложу и свой одену, надену старый. Реально. В общем, друзья, как-то так. Ну, чё, стремлюсь, пытаюсь. Не знаю, почему-то по статистике, конечно, Максику-то, Максику, Максику побольше везет. Ну, ничего, мы это самое тоже... Мы тоже постараемся, и вскоре все будет хорошо. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал. Все уже, вот уже язычок-то, блядь, начинает в узелочке завязываться, блядь. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.